Завязали мне руки сзади в наручниках. У них были большие ботинки. Okay. Big camera's rolling, sound is speeding. My name is Amin Jabrailov. I am from Chechnya. I'm 27 years old. Все это время это для всех было неправдой, все эти истории, потому что никто не показывал, не было лица у этой истории. Я понимаю, что если я сейчас говорю со своим лицом, со своим голосом, я верю просто. Я просто верю, что это сделает что-то. I was a hairdresser for last 6 years. I just, you know, got my education. I was a good one in my group. I was in love with what I was doing. I mean, I was making women beautiful, all of those girls. I was like the guy with big plans that I'm gonna open my salon. I mean, it was so unexpected. Они свернули меня, мои руки сзади, и надели наручники сразу. Взяли мой паспорт и телефон, и мы пошли сразу на улицу. Они держали меня, они несли меня. И вот за мной вышли все эти люди, и они все видели, как меня засовывают в багажник. И я вот попал в багажник машины. Я начал играть наручниками, и они начали кровоточить руки. Я думал, что я умру, когда дверь откроется. Я вспомнил всех, кого люблю. И они начали меня посадили на стул, привязали мои руки сзади и начали бить дальше, пытать. Выпрашивая имена. Я сказал, что я гей. Но я сказал, что я гей. Они шутили над всем этим, они смеялись, они били все это время. Он надел мне на голову мешок, а я из-за того, что был вспотевший, он прилип ко мне, ко всему лицу. Я вообще не мог дышать. И он зарядил свой пистолет и поставил мне прямо на лоб. И сказал, что это мои последние секунды. Нет, я не дал им ни одного имени, они не привели из-за того, что я сказал ни одного парня туда. Я стеснялся чувствовать себя гордым за это, но я теперь не стесняюсь. Типа говорили им, что это типа стыд, у нас не может быть геев, вы должны стереть с себя этот позор. Они просили, ну, убить нас. Я не знаю, что можно дальше еще с нами сделать после всех этих пыток, после всего. Я переживаю, я боюсь, я волнуюсь за свою семью каждый день. И все равно иду. Я люблю свою семью, я люблю своих братьев, я люблю сестер, которые у меня остались. Я люблю свою мать и тех племянников, которые растут. Я рассказываю это все с надеждой и верой, что это все остановится. И этим детям не придется расти в страхе, неприятии себя и так далее и тому подобное.